Снова всем привет. Как и планировалось, выехали сегодня на Карачуны. Приехали рано. Вот. Были на ранее исследованной точке. Точку точнее. Вот. Лодок было сегодня, наверное, чуть-чуть немножко больше, чем в Одесском порту Карабу. Первая щука была поймана где-то в 3.15.7, опять-таки сломана из нашей команды. Я заработал щуку. На удочке было решено переехать на другое перспективное место, заливчик. Первым распечатался брат Муха. Сразу следом была поймана такая же самая щучка на полтора килограмма. Дальше я все, видите, опять работала та же самая кита. Перед этим буквально вчера взял у соседа воблерчики, выгреб все, что было. Опять-таки пополоскал безрезультатно. Вот. И по наблюдениям сегодня практически как-то блесна и воблера работали одинаково. То есть особого успеха так по водоему никто не достиг, как бы спрашивали. Опять работала кита ржавая, затертая. Впечатление, что надо сначала ее купить, чтобы она вот полежала, пожалела, потом работала. Ну, продолжаем смотреть ролики. Если какие-то возникают вопросы, задавайте. Если мои отчеты не полные, может быть, чего-то, какой-то информации не хватает, пожалуйста, спрашивайте. Потому как я выдаю это в том виде, в котором я как это и сам вижу. До новых встреч. До следующих видео.